И всем привет, с вами Кирия Кек, и мы продолжаем играть в Артур и Минипуты. Я немного отошел от точки сохранения, потому что у меня снова возникли какие-то проблемы с видео. И вот так всегда, нужно приобрести второй монитор. Так, я тут думаю, будет драка. Да, по-любому. Помогите нам! Окей. Воу, а вы куда поехали? Типа битва, да? Ну-ка, ну-ка. Ой, о! Не понял, а что это? Что это они красные? Да чё ж такое-то, а? Ой! Блин, не успел. Ну-ка, ну-ка. На. Получи. Вот тебе. Так, у меня ключ. Мне нужно открыть ворота как можно скорее. Ух ты. Ну. Так, ну-ка. Вот тебе. Засранец. Вот так-то. Теперь открываем. Быстро, быстро, быстро. По фасту. Фаст, 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 фаст. Во. Все. Здраво. Ну-ка, ну-ка. Подходите по одному. Ой. Тихонько. На. Какие-то они слабенькие. Ой, тихо. Думал, я его сейчас порежу на желтое. Вот так. А теперь открываем замок. Ну-ка, ну-ка, где тут еще рычат? Да, понял, понял. И да, если в видео я снова не поздоровался, это снова проблемы с видео. Да, вот такие вот проблемы. Ой-ой-ой, тихо. Ага. И чё? А! Не перебивай, барахлюш. Я понял теперь. Нужно возвращаться обратно. Ну, блин. Это странно. Зачем? Интуиция, а ханч, ханч, интуиция. Так, ну что ж, давайте-ка встанем на камень. Ага, селение на позиции, давай, барахлюш, затащим. Где там? Вроде здесь, да, я его тут видел. А теперь погнали. Вот здесь. Я же прав? Здесь? Давайте глянем. Да, вот он. Ну-ка, ну-ка. Здраво, здоровенько, здравище. Погнали, ребята. Ну, вот они.
Барахлюш, ты где? Вон он. Все, погнали. Ага. Должен идти. Предчувствием. Окей. Сюда. О, яйки. Ага, то есть атаковать их просто, да? Легко. Изи. Так. Куда дальше? Сюда. Окей. Окей, окей. Ага. Прикольно сделано. Блин. А сменить нельзя? Алло. А, во. Землетрясение. А чё так-то? О! Блин. Напугали. Ну-ка, ну-ка. О, Пин-Пин, ты что тут делаешь? Пин-Пин, ты что там делаешь? Разбойники повсюду. Ага, окей. И чё? Так, и чё мне с этим делать? Объясните, что мне с этим делать. Не трогай. Окей, давайте поиграем в футбол. Ой-ой-ой, ты куда? Ты куда уехала? Дай мне мяч. Стоп, а зачем? Я не понимаю, это часть сюжета, что ли? Не, ну оно ж тут неспроста, как бы. Мы должны что-то с этим сделать. Ладно, побежали. Давайте что-нибудь с этим сделаем. Побежали. О, что тут за проход? Опа! Прям по морде. Прям по морде ему заехали. Чётенько. Куда? Блин. Так, допустим. Ой-ой-ой. Что делать? Что делать? Что делать? Нужно нажать на плиту? Ага. Ой, какой неприятный звук. Толкаем. И все? Окей. Ой-ой-ой. Опасные бандиты. Так, а тебе куда? Вниз, что ли? Ой, тихо. Ну куда ты? Давайте-ка мы их вырубим. На. А ну-ка. Ну-ка. Сейчас мы зарядим нашу позитивную пушечку.
Теперь я, пожалуй, буду называть барахлюша бетой. Потому что, во-первых, кратко и удобно. Да нафиг этот оранжевый мох, не нужен. Опа, камень. Ну-ка, ну-ка. Камушек. Ага, жди. Да вы заколебали. Опять с ними работать. Ну ёкраный бабай. Так, ну-ка. Опять ту же самую работу проделать. Ну это несложно. Да чё ты, хе-хе. Ладно, давайте селение передадим. Селение в это время даст ему по морде. Вот так. Хе. Лошок, лошпед. Вставай и активируй. Чё делать? Блин, селение застряло. Тихо. Давайте сперва от этих избавимся, они только мешают. Вот так-то. Разделались. Только так. Нифига себе. Тут она так далеко и говорит еще. Прям по духу. Ага. Я нашел, кажется. Так. Вот. Да успокойся. Сейчас мы тебя спасем. Кто-то уехал. Вот он. Вернее, это пыльца. Да сейчас братан спасет свою сеструху. Ща все будет. Сейчас все будет по-крутому. На тебе по морде. Все. Делаем ноги. Вот так бы сразу, а то сюсюкаемся с этими комарами. Тьфу. Давайте-ка Артура возьмем. О, опять эта штука. Беремся и толкаем. Что нас ждет дальше? Нам сюда. Окей. Не спорю. Цветок сохранения. Лады. Что мы делаем? Делаем вот так. Барахлюш, то есть бета, вперед. Бета, затащи. Так. Ой-ой-ой. Побежали. Я понял, что делать. Легко. Изи. О, я понял. Может, ты попробуешь как-нибудь? Ну, ё-моё. Беги.
Вперед. Вот так. Это нужно сделать. Там все заросло ежевикой. Давай, Селенька. Барахлюш. Все. Молодчик. Good work! Что сказать? Так. Бежим сюда. Изи. Так. Ломаем ежевику. Ну-ка, ну-ка. Сколько тут этой ежевики будет? Ага, Артурка сможет забраться на эту. Ладно, возвращаемся. Хотя там можно вернуться. Становимся сюда. Главное, чтобы на эту штуку не напороться. Там еще! Там заросло этой ежевикой. Вот так. Заранее давайте поломаем. Ага. Во. Пробежали. Да успокойся, барахлюш. Так. Артурка... Да, все зависит от тебя теперь. Ну-ка, встань-ка. Артурка, затащи. Уже по две? Как так-то? Чё так сложно-то? В натуре по две. Ну-ка, ну-ка. У них там не бесконечные, что ли? Так, сейчас проедут. Понеслась! Быстро, быстро! Ух ты! Музыкальное сопровождение классное. Хоба. Хоба. С легкостью. Чё тебе надо? Уйди отсюда! Не слушай его. Уху! Теперь все зависит от беты. Вперед, бета! Бета, вперед! Теперь все зависит от тебя. Артур, открой, то есть. Закрой. Ждем. Одна почему-то. Быстрее, 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 быстрее! О. Чё, заново, что ли? Ну вы чё? Ну вы чё, ребят? А, не, не все заново. Там все равно по две гоняют. Все. Будем бдительными. Как только проезжают две, сразу бегу. Быстро. Проезжают две, бегу. Все, две проехали, бегу. Тихо. Вот так. Ой-ой-ой. Бомбят тут что-то. Так, тихо. Проедут две, бегу. А, нет, тут еще какое-то. Вот это вот проедет последнее. Все, бегу. Быстро, 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 быстро! Фу-у-у. Жестко.
Беги. Бета-бета-бета-молодчик. Просто молодчик, просто молодец. Максималочка. О, аж рука заболела. Молодчик, бета, молодчик. Это что такое? Understand, understand. Погнали. Ты, блин. Ага. Ну я понял, что делать. Вот так. И последний, вроде как. Во. Yes. Да толкаю, толкаю, успокойся. Пушинг, пушинг. Толкаю, толкаю. Окей, что дальше? Сумка, сумка. Головоломки пошли. Так. Ага. Ладно. Что там за синяя? А, скорее всего, клетку он то откроет. А? Да. Сейчас мы добудем оттуда... О! Там этот... камень. Стоячий. Так-с. Опа! В смысле? Ты чё? Ладно, давайте возьмем сумку. Здраво, здоровенько, здравище. Толкаем туда. Ага. Хоба. Так, и чё делать дальше? Толкаем. Только я не вижу куда. Ага. Блин, он, наверное, реально тяжелый. Что он его так еле волочит. Так, теперь подымаем. В смысле, ты занята? Ладно, ладно. Ты занята, ладно. И чем ты таким вот занята? Вопрос. Ага, мы туда не поднимем. Я помню, там нету выхода. Поэтому толкаем сюда. Так, Артурка, будь готов помогать.
Я ж про что и говорил. Толкай. Так, ну, с этим мы легко справимся. Это не сложно. Музыка прям качает. Так, там я вижу. Ты не знаешь, а я знаю. Я знаю, что надо делать. Вот эта фигня нам не нужна. Она лишняя. По морде видно. Вот так. Изи. Теперь уже расставляем по порядку. О, глаз нету. Где можно взять глаза? Я не знаю. Ладно. Селение. Погодь. Странно. Да и фиг с ним. Больно надо. Стоп. Погоди, а правда, где? Странно. Ладно, давайте поднимем. Эй. Так куда ж ты? Во. Стоп, может здесь? О, правда здесь. Тихо. Ух. Ну-ка, ну-ка. О-о-о. Ой-ой. Приплыли. Нормально. Они нам ничего не сделают. А, я понял. Тихо. Вот так. Барахлюш не сможет прийти. Ну-ка, ну-ка. Ух. Ой-ой-ой, тихо. Ну куда? Быстрее. Заколят сейчас. Напряженка. Ой-ой-ой, тихо. Хотя, кажется, они промахиваются. Тихо. Как-то попадают. Ну-ка, ну-ка. Ребята, ребятульки, помогите. Не понимаю, откуда у девушки столько сил, чтобы поднимать камни. Ху-ху-ху. Кажется, не промахиваются. Реально промахиваются. Они не попадают. Косые. Я же испугался. Воу. Вы чё? Не попадали же раньше? Ой-ой-ой. Вьетнам. Чё делать-то?
Мы чего, сбили, что ли? Лошок. Ой. Это что? За ВДВ. Я правильно сделал? Вроде да. Ну вы где там? Да, туда надо. Так, все, ребята, погнали. Продолжим путь. О, что это такое? Куда интерфейс пропал? А, нормально, все. Ты уже испугался. Ну-ка, ну-ка. Новые навыки. О, для двоих. Нифига себе. Такие есть? Новые навыки. Контратака. Лады. Типа во время битвы, типа дерешься, такой, меня вдруг нападают, ну, начинают атаковать, и я нажимаю восьмерку и типа обхожу его вот так, оп, и начинаю бить. Допустим. Ладно, давайте. Давайте сохранимся и закончим. Так. Ну что ж, самое время прощаться. С вами был Киря Кек. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и не забывайте писать комментарии. Всем спасибо, все свободны.